Около автобусной остановки «Волочаевский городок» автомобилист на ровном месте разбил свою иномарку, врезавшись в дорожное ограждение. В «Тойоте Марк 2» ехали два человека, уцелели оба. Светлый седан направлялся в сторону железнодорожного вокзала. Однако на относительно ровном участке дороги автомобилист по неизвестной причине потерял контроль над седаном. Неуправляемую «Тойоту» капризом дорожного полотна понесло в сторону обочины. Железная лента, переграждающая путь в опасный кювет, лопнула, словно была сделана из фольги. Не потому, что дорожные рабочие использовали некачественный материал. Качественным был удар. Очевидцы сообщили о крушении в полицию, однако автоинспекторы, приехавшие узнать, в чем дело, водителя на месте событий не нашли. Чуть позже к месту событий подошел человек, представившийся шофером машины. Сказал, что живет недалеко и ходил домой за документами. С бумагами все оказалось в полном порядке. Тест на трезвость автолюбитель прошел успешно. О деталях крушения особо распространяться не стал. Сказал, что поездка неудачная вышла. По мнению полицейских, ошибка шофера заключалась в наборе большой скорости. Крушение оформили как ДТП, а мужчине выписали штраф 1500 рублей. Ограждение восстановят за счет выплат по ОСАГО. С места происшествия Евгения Куликова, Татьяна Шамбурова и Степан Симонов.